Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас очень интересная и необычная распаковка. Все дело в том, что Санта у нас очень активный ребенок, и она очень любит заниматься спортом. Но мне скучно стало. Да, Санте скучно выполнять упражнения самой. И поэтому мы решили... Я купила Барби каратистку! Ух ты, какая она классная! Наша подружка настоящая спортсменка. Давай ее рассмотрим. Что там? Коробочки. Давай. Куколка, защита и кубок. Ничего себе. Смотри, у нее черный пояс. Она выиграла гобой до первого места. Она чемпион. Да, настоящий чемпион. Я уже просто в нетерпении. Санточка, а что же она умеет делать? Дёргнутые старушки, ножки гнутся. И смотрите, что еще. Супер! Ребята, хочешь, я вам покажу колесо? Давай. Раз, два, три. Класс! Она такая гибкая. Санточка, а зачем же у нас в коробочке была дощечка? Дочеробок. А ну-ка, давай посмотрим, на что способна наша Барби. Вау, какая она крутая, настоящая чемпионка. Да! Санта, а у меня к тебе предложение. Давай узнаем, можешь ли ты повторить за Барби все ее движения. Да, давайте попробуем. Первое упражнение – планка в исполнении нашей Барби. А теперь Санта. Посмотрим. Молодец, справилась. После тяжелого упражнения расслабляемся в позе лотоса. Санточка, теперь твоя очередь. Любимое упражнение. А сейчас упражнение на гибкость. Барби молодец, почти дотянулась до носочков. Вот, Санточка повторила за Барби. Я еще могу. Ух ты, молодец. Барби предложила сделать мостик. Интересно, у Санточки получится? Санточка, давай, давай, мы в тебя верим. Молодчинка! Теперь усложняем мостик от стенки. Давай, давай, умничка! Ничего себе, Санточка даже ходить на мостике умеет. Смотрите, ребята, наша Барби почти села на шпагат. Санточка, теперь твоя очередь. Молодец. Ребята, вот и закончилась наша первая совместная тренировка. Барби молодец, очень старалась. Санточка от нее не отставала. И мне кажется, иногда она справлялась даже лучше. Правда, Санта? Да. Ребята, как вы думаете, кто выиграл? Напишите нам в комментариях.